Так, всем привет, друзья. Сегодня я играю в Майнкрафт. Да, новое выживание, как говорил. Ну, не убили мы дракона края, ну и пусть. Когда-нибудь потом, может, убьем. Когда я буду снимать кое-что такое. Ну да, тоже, я же говорил, буду играть на тех картах еще. Как неудобно. Кстати, а будет выпадать? Стоп, почему вода помутнела? Я не пойму. Будем выживать вот в этой деревне. Да. Ну и короче, да. Будем не выживать. Вот сейчас мы. Да, я не знаю первым, чем мы займемся. Возможно, кузню искать в этой деревне. Вот это выживание, возможно, подольше будет. Потому что реально будет, наверное, классно. Я, может, и деревню это обследую. Прикольно будет. Деревня. Лагает у меня что-то. Давайте. А почему у меня показывает скин? Стойте, сейчас мы включим мягкое освещение и продолжим. Где тут красивое небо, мягкое освещение, классический режим дались. Ну и короче, чтобы у нас, возможно, не лагало все это сделано. Жили собирать урожай. Как раз в этом выживании, возможно, нам еще лучше будет. Надеюсь. Вы видели, там было дерево, как будто росло. Из камня. В смысле? Это вся деревушка. Что-то, ребят, я пропустил. Ходил, такой ходил, ничего не находил. Что это сейчас было? Почему лагает так, я не пойму. Из-за жителей, наверное. Тут даже голем есть. А тут кузница должна быть. Алло, где кузница? Эй. Кузницу дайте. Так, блин, лагает сильно, реально. Ну что ты поделаешь? Приходится тратить это все. У меня, кстати, деревянная кирка уже есть. Ламу убивать, наверное, не будем пока. Ну кто? Это две кузницы? Мне кажется, тут две их. Ну или одна. Показалось то, что две. Но я знаю эту кузницу. О, да, яблочки, яблочки, яблочки. Ой, да тут неплохо, неплохо. Только мало что-то как-то. Очень уж маловато. Ну, таких крутых уж вещей нету много. Ну, их вообще тут нету. Вот лама какая-то.
Но сейчас я не знаю, что мы будем делать. Так, давайте. Давайте, кстати, спустимся в нашу шахту. Я тут уже решил, кстати. Я вообще ничего нет. И решил, короче, что тут делать. Пока. Ну что ты, уголь, ну реально очень плохо копает. Потом деревянная кирка. Вот просто привык очень к этим всем железным. Алмазные, которые были у нас в тех еще выживаниях. Вот, берем этот камешек и делаем... Стоп. Так у меня же это есть, что я могу сделать, во-первых, палочки, два факела и верстак. О, неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас мы тут факелов поставим. Факелочков, да. Ну, а тут не конец пещеры. Нет, тут только продолжение пещеры. О, сразу куча железа. А, ладно, пусть. Давайте, кстати, еще будем тут свой. Сначала в домах жителях поживем. А потом уже свой дом сделаем. Я сейчас. Так, вот я уже вернулся. И сейчас мы будем... Мы будем копать какой-то туннель, как в тех выживаниях. Я не знаю, где мы будем пока жить. Ну, я не знаю, потом обсудим. Может, в этой пещере. Просто копаем камешек. Ну ладно, это будет пока наши шахты. Гриб зачем-то. Надеюсь, он тоже пригодится. Стоп, я думаю, уже вечер. Хотя он не может. Ай, ну блин. Вообще надоела вот эта штучка. Дома закаты делать будем тоже. Возможно. Нарубим там. Дерево будет, все у нас нормально. Привет, голем, братишка. Я знаю, конечно, то, что големы дерутся, но... Ой, боже! Боже мой! Помогите мной, голем гонится. Он гонится? Еще одна гонится. Голем. И голем. Ты тут? Где голем? Отстал, наверное. Наверное, отстал все-таки от меня. А мы кузницу зато нашли. Вот. Вот когда мы в каких-то в кузницах, то... Ой. А что это тут богатство такое? Вау, богатство тут. Ребята, богатство. Все, пошли. О, кстати. Я знаю один план. Крутой. Давайте, давайте. Сейчас мы будем. Давайте, лама. Ты хочешь быть в моем приюте? У меня хороший приют. Стоп, а как одеть на нее? Я забыл, как на нее одевать все это. А куда? Как ехать? Почему? Ладно, пошли. А что она любит, я не пойму. Рыбу ей, может. А и зачем я факел?
Пошли. Ну, ты пойдешь со мной. Не знаю, любят они это или нет, но я попробую. Да не любят. Смотрите, вот ламу нужно яму какую-то подкопать, под нее, наверное. А я неправильно копаю. Ну, лама, ну куда ты? Не уходи, не уходи сейчас. Блин, лама. На тебе, на. Хлебом, например. Ой. Плюешься. Ой, почему у меня две выпало этих коричневых ковра? А ладно, зато мне повезло. Давайте сделаем какую-то еду, я не знаю какую. Ой, да, я еда. Лагает у меня что-то сегодня Майнкрафт, кстати. Очень лагает. Смотрите, вот я хочу поднять. Оно не поднимается. Угу. Так. Давайте уже ночь, все лагает. Из этих жителей зря я такой сид, возможно, выбрал. О, да, у нас как раз хорошее жилье, наверное. Вот смотрите, какое нормальное такое. Сейчас мы сделаем нам пару браньки, наверное. Или меч. И штанишки. Обновка получил достижение. Вы прикиньте. К бою готов еще. Вау. Прикольно. Спасибки, спасибки. Пора за бой. Еще спасибо. Порадовали меня. Давайте пока диван не будем. Сделаем каменный ход инструментов тоже. Просто не хочу сразу тратить эти железные. Хлеб насущный еще получили. Горячая штучка. Давайте посмотрим, что это у нас за горячая штучка. Ай, блин, зачем? Я морской биолог. Так. Не здоровается, что с тебя? Так, ладно. Пока что на всякий случай сделаем. Ну, неплохо у нас. Вот коврик тут будет. И не знаю зачем, правда. Хотя, смотрите, прикольно выглядит. Ой. Ну и дерево даже не нарубили. Вообще. Окей. А у меня же был топор. У меня куча топоров. Ладно, давайте поставим факел тут. Чтобы было понятно то, что это наш дом. Хотя мне кажется и так понятно то, что это наш дом. Вау, а тут пустыня, ребят. Да. А пустыня рядом. Стой.
ну ладно, я потом. Может, на корм рыбам? Ой. Я на корм рыбам. Смотри, я на корм рыбам, паук. На. А как питаться? Как водоросли эти есть, я не пойму. Как их срубить? Охотник на монстров теперь. А, спасибо, я уже охотником стал. Ладно, это я шучу. Мне, кстати, вы заметили то, что в том выживании криперов мало было? Почему-то. Реально, криперов просто мизер. Да их вообще не было у нас пороха. Хотя я хотел бы весь свой дом взорвать. Хотя зачем? Потому что я его строил сам. Надеюсь, кто-либо, кто подключится, не взорвет. Опять нарубить дров. Если честно, я перехожу с одного аккаунта на другой, потому что пароль не помню. Взрывайся. А, да, это и легкий способ обхитрить криперов. Ой. Где мы возродились? Ой, у кого-то есть? Стойте. Наковать нужно. О, нет. Нет. Боже мой. Надо бы нам, кстати, в Клинмастер зайти. В следующей серии лучше, обещаю, будет. А то сегодня я... Что-то у меня лагает, ну отлагивает. А уже... Ой. Я своими вещами. До свидания. Ну что-то лагает так. Ну я не пойму, ну издеваются. Ной. Стоп. Там крипер? Куда я, собственно, иду? Так. Вот я ненавижу эти водяные. Да не лагай, достал Майнкрафт уже. Лагать все время. Ой. Ой, ну только не мои вещи, надеюсь, взрывал. Давайте землю заберем на всякий пожарный. Факелы, смотри, факелы освещают. Так, сейчас, ребят. Дойдем домой. Лёнь, бабушка с кем говорит? На этом, ребята, все. Всем пока, подписывайтесь на канал. Вот так мы добыли дерево, сделали. Ну и всем пока.